Llevarlo. Coge yo. Это где? Это реальность уже вышла из матрицы. Включить? Где включается-то это что? Судя по всему, ты умерла там в лифте, и тебя перенесли в виртуальную реальность. Подожди. Ну, не виртуальную реальность, а в другое тело. Перепрограммировали тебя. Кусок мяса. Темновато, нет? Мне кажется, темновато. Немножко гамма бы поправить. Вот это вот что? Это, я так понимаю, ты? В смысле я? Не, мне это не нравится. Все, что от тебя осталось. Ой. Попробуем пройти сюда. Хорошо, освещает зеленый лаз. Так, я тебя плохо слышу. Ты потише надо сделать. Меню нажми. Какое меню? На правой руке уже. Ну, на правой руке вот меню. И где тот звук по типу? Прикольно, конечно. Так, какой стоит мне идти-то? Давайте. Это что вообще? Операционная. Я умею читать, не дойти. Окей, окей. Так, нам туда не попасть. Пойдемте дальше. Ой. Блин. Прикольная штука. Пылесос. Что это за звук? Что за нафиг? Голограмма. Какая прелесть. Лаборатория. Вторая лаборатория прототипа. Нам сюда все равно не зайти. Идем дальше. Что мы еще хотим? Что это? Хилка. Что бы это ни было, я это взяла. Да, хилка и деньги, что ли? Или. Короче. Хилка так и броня. Все, что подсвечивается, можно брать. Ну да. Ух, нифига, на русском написано, смотри. Обалдеть вообще. Надо технологии. А это опять лаборатория, на русском подписано. Требуется ключ-карта, но... Откуда у меня ключ-карта? Ой. Ключ-карта. Это сойдет за ключ-карту? Надо найти, значит, ключ-карту. Дум спустя 20 лет. Да уж. Еще лаборатория номер один. Это что? Тоже какой-то мусорок. Ну я это подобрала. Я так понимаю, это все пригодится. Патрончики, наверное. Ну. Ну, у тебя максимум, наверное. Так, я вернулась. Лаборатория киборгов. Отсюда вышла. Может, здесь что-то есть? Я знаю, что я отсюда вышла. Ты сказал, там есть? Ты сказал, что это я, этот чувак. Господи. Я не поняла. Что такое? Попробуй передвигаться рывками, а не телепортация. Ну, да. Телепортация вообще тупо.
Как это включается? Может, она не включается. Но мне надо что-то включить. В смысле, что тебе надо включить? Он что-то вначале сказал, включить надо. Мозги можешь включить, ему надо. Да, смешно. Что, уже все включила? По щам его пропиши. Да, офигеть, я сквозь него стреляю. Да может это и не я вовсе. В любом случае, это тело явно мне не подходит. Не мое это. Ну выйди отсюда, иди туда дальше. Да иду я. По-моему, вон у тебя цель подсвечивается направо. Да. Вон, видишь? Вполне возможно. Опаньки, а это мы прошли мимо. Блин, так. Так. Ну, я так понимаю, вот это вот. Дергай. И так дергаю, а как дергать? Может, от тебя надо дергать? Вверх. Да, нифига. Вот. Ну ты будешь дергать, а не нажать. Вот тебя. Сейчас. Демоническая угроза. Демоны наступают. Ох ты, ё! Сразу гранатами тебе. Фаерболами. Так, пань, стоп. Фу! Оно еще и двигается. Что за нафиг? Вот этого мне не хватало. Там что-то очень громко дышит. Ух ты, ё! Ей практически ничего не видно. Ну, умри. Черт. Самое жестокое в играх этого типа. Сдохни. Что тут рядом с тобой никакого напарника, ничего, никакой команды нет. Ты со всеми один справляешься. Вау. Я рискнула кинуть гранату. Там что, металл играет? Или мне кажется? Уточняю. Неплохой музончик, кстати. Да, нам потом этот музончик YouTube выпилит. Как
Круто. Добраться до операционной. Какую сложность ты поставила? Надо побольше было поставить. Скажем так. Среднячок поставил? А? Среднячок поставил? Да. Нужно узнать статус комплекса. Ну, я поэтому сразу ставлю на максимум. Странно. Кто-то включил станцию передачи аргент энергии. Там бывает даже и не замечаешь разницы. Человек, открывший станцию хранения, создал новый портал. Если не закрыть этот портал, демоны захватят всю базу. Так. Это телепорт сломан. Он нужен мне для перемещения. Хочешь сказать, эта игра еще и на русском озвучена? Почините. Найдите детали телепорта. Да? Хочешь сказать, игра еще на русском озвучена? Шикарно, правда? Где такой виден? Никанон. 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 Черт, нужно найти ключ. Прекрасно, найти все желтый ключ доступа. Возможно, тут фраз там мало. Что там голос какого-нибудь компьютера и все. И главного героя. Что? Здесь? Еще один блок надо отключить, наверное. Я наверняка могу попасть туда с помощью бота-уборщика. Бота-уборщик? Честно говоря, что я его не поняла. Ух ты. Ладно. О, привет. Как тебя активировать-то? Попробуй это прожать вперед. Активировать бота-уборщик. На виртуальном экране, да, вот здесь. Что-то он здесь ничего не нажимает. А правой рукой. О! О. Привет! Хей, какой ты прикольный. Избежала тебя. Подожди, он сейчас что-то полезное должен сделать. Ну а и что у нас? Кажется, ничего полезного он не сделал. Что это за звук? Ух, я так понимаю, надо выбираться мне отсюда. Попробую вернуться обратно наверх. Уже так и собираюсь сделать. О! Или мне кажется, через он стекло. Он вернулся. У него что-то есть. Я же говорю, он сбежал. Молодец, чувак. Ты очень помог. Ключ карта? Да пока к тебе. Отлично. Умница. А это что такое? Ладно, не важно. А, что это? Вот чёрт... тебе и телепортация. Что это было, блин? Ладно, мне надо к той двери, где нужна эта дурацкая карточка. Чё? Я что-то слышала. Если честно, ну, мне это не понравилось. Ты шагаешь так, как слон. Ломаешь все на своем пути. Доступ открыт. О, боже. Так, это что у нас такое вообще? Что это из себя представляет? Мне нужно принести это назад к телепорту. Понятно. Назад к телепорту. А там еще ничего не было, кроме этого? Нет. Абсолютно ничего, кроме вот этого вот куска мяса. Mm-hmm. Да, блин. Управление, мягко говоря, неудобное вообще. Мягко говоря? Да.
Так, отлично, мы его починили. Дальше что? Может, сейчас скажут. Если я попаду на станцию передач, Аргент-аккумулятор может вызвать перегрузку системы и разрушить портал. Прекрасно. Мы создали всего несколько аккумуляторов. Лучший способ найти один из них – влезть в компьютер Хайдена. Тебе карту показывают. Что? Кого-то отыскать надо. Мне нужно проникнуть в кабинет Хайдена, чтобы найти... Вернись на место. Ты иди ты! Никогда так не делай. Так. Мне надо выйти из этой комнаты. Круто. Штурмовая винтовка? Да. Похоже, патрончики закончились. Только не показали, откуда достал. Ух ты, ё! Как вообще чувствуется виртуальность? Или чувствуется недостаток графона? Что я сделала? Что это за нафиг? Какое-то усиление сделал. А оружие-то где? Похоже, меня здесь заклинило. А сменить? Может, у тебя меню? Все, ничего. Сзади что? Нет, сзади что? Да ничего. Выбери что-нибудь. Так я то, что пишка то, что не. Указывать. Так, ну и отстой. Пользоваться лифтом в таких играх исторически противопоказано. Что? Да это я так. Очень страшно, что с лифтом что-то случится. Улучшение оружия. Положи сюда руку. Подожди, серьезно? Ну, нажала. Фигня какая-то. Может, другой триггер? Эта штука определенно не работает. Почему так руку выворачивает, мне больше интересно? Не знаю, страшно, правда? Хочу выйти отсюда. Двинься немного. Черт. Прекрасно. Так, надо осмотреться здесь. Что это?
что? Что там предлагают тебе? Что? Видите пароль? Вход системы. У меня какая-то. Кажется, поняла. Последний аккумулятор стоял в прототипе кибердемона, который исчез. Вот это туша. Нужно вернуться в главную лабораторию. Монорох. Вернуться в главную лабораторию? Блин, что, серьезно? Демон. Возвратный телепорт должен быть рядом. Да, должен быть. Давай, поехали. Я как знала, что это будет. Да. Уроды. Куча уродов. Ёлы-палы. Да, самое ужасное, мне надо именно туда. Самое пекло, да? Так пошел, да. Ой. Я не поняла прикола, короче. Так. Окей, теперь понятно. Что это за хрень? Мочи его. Ух ты, ё-моё! Чёрт, что это? Тебе какую-то винтовку дали? Похоже, этим я его просто так не прибил. Может быть, его заманить в ловушку надо? Чёрт, отстань от меня! Вау! Все. Тебе нужно рывками двигаться. Влево, вправо, а ты телепортацией. Ты так не сможешь это прицеливаться. Thank you.
Да сдохнет уже. Да, ему так. Интересно, она до него долетела? Весело. Черт. Брать бы нафиг вообще эту телепортацию. А? Убрать бы нафиг тебе эту телепортацию. Ты начинаешь поворачиваться и смотреть, куда ты телепортируешься, пока тебя убивают, когда надо стрелять. Двигаться одновременно. Да ладно. Что это было? Страшно. Вот это вот что вообще непонятно? Патроны. В таких играх, если не ошибаюсь, должна быть какая-то тактика по уничтожению крупных боссов. Жестко, короче. Возможно, там даже нужно использовать ближний бой. Тебе, знаешь, нет времени смотреть, куда ты идешь. Не телепортируйся, да, вот так. Не зажимай себя в угол. Может быть, дело в его костюме? Прилетело такое. Ой, блин! Жестоко. Да. Круто, круто. Бесите. Гадство.
Вон, вон, вот, вот, вот. Он загорелся. Его надо телепортацией мочкануть. Видела? Нет, не поняла. Ты потому что не делала это в обучении. Когда он светится, вот этим синеньким подсвечивается, надо направить телепорт на него, и тогда ты его ударишь. Ты их убиваешь полностью, а надо убивать эти. Экономить патроны, по-моему. Особенно к вот этой штурмовой винтовке. Ох, Лео. Я себя загнала куда-то не туда. Не телепортируйся, он призывает. Вот он этими зелеными призывает этих. Черт! К себе. Помощнику. У тебя мало жизни осталось. Воу! Быстрая реакция. Да пошел ты. Вот сейчас видишь его убить? Вот, вот так вот так же. Точно так же его надо. Черт! Пипец, он меня напугал, конечно, когда ко мне подлетел. Как я вообще убежать успела? Уф. Хочу сказать, так... Ой. Иди отсюда. Ты иди отсюда. Блин, не успела. Не, нормально, давай, давай, давай. Давай, сохни, 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 сохни. А где вообще его показатели жизни, здоровья, где хоть что-то? Эй, придурок, ой-ё. Ух ты, ё. Двигайся этими рывками, чё ты телепортируешься опять? Ох. Там было написано нажать на любую кнопку. Я не понимаю, как понять, что он помирает, блин. Он загорается этим синеньким у него вокруг контура подсвечивается. Так же, как и у тех. Бери. Хватит телепортироваться. Вот, вот так же, видела? Ты это случайно делаешь? Нет, это было специально. Воу! Это было опасно, я хочу уйти!
О, блин, а куда опять пушка делась? Вообще ни разу не смешно. Ты опять нажал. Вокруг тебя какая-то аура. Ауч. Унесли. Ох. Да, дурацкий, ну так оружие меняется. Во многих играх уже типичное управление есть. Ох, ты как близко. Вау. Не то оружие, черт. Да, блин. Гадство. Да, петь. Mm? А то петь. О, вылезает. Не могу. Не на оружие, но это камера. Ладно. Давай, давай, давай.
таблет. А, вот это. Опять оружие куда-то делать, запас. Вот это я не понимаю, эту глюку вообще. Что это за глюк? Вау! Ты же видела портал. Ой, идет меня. Вау. Да, блин. Да ладно. Это сначала уже... сорви чайку, потом кидай. Я вроде так и делаю. По-моему, ты это одновременно делаешь, да? Опс. Точно не в потолок. Да. Да, блин. Мне надо потренироваться. Ну, что-то типа того. Там что-то мяч. У меня такое чувство, что у пистолета больше урона, чем у всего оружия. Да? Пистолета больше урона, чем у всего оружия, мне кажется. Ну что, да. Может быть, баланс такие игры. Игру пойти на пистолете, на харде. Когда мы пистолеты, я этого урона буду долго убивать. Теперь гранаты. Черт. Когда меня успели дропнуть? Когда ты поворачиваешь. Надо было отойти, а ты повернулась. Ну, или мне неудобно отходить туда, куда я не вижу, чтобы отходить. Я не могу двигаться в такое. Они должны быть в кармане, наверное. Вот это вот что же это было опять? Ну, вот это лучше. Сейчас меня гроб. Глюки вообще. Какие-то непонятные.
Сразу можно убивать. Раз. Чё они так солдатик когда отлетают? Два. Около тебя не взорвался. Чем в тебя кинули? Я не пойму никак. Красная вокруг, видишь? В любом случае, я сейчас не могу ничего сделать. Ладно, я даже развернуть не успел. Сейчас сзади стрелял. Жаль, гранат не бесконечное количество. Насколько я поняла, их всего 12 штук у меня. Посмотри меня эти 12 гранат, если не пользуются. Ну по 3 гранаты на группу где-то. Это поможет. Я могу его быстро разбивать. Это, конечно, круто, только мне это не поможет. Если так пойдет дальше, я попрошу тебя пройти. Вау! Придурок! Ой! Это уже день будет. Я бой, что вы там появляетесь. О-о-о! Ой, нет, нет, бешеный. Бешеный и заразный может. Я не совсем понимаю, что здесь происходит. Я вот не поняла, о чем я стреляю. Сейчас у тебя опять аура. Иди, я нечего стрелять.
Надо обождать. Я вернулась. На. Давай. Давай, стопи. Так, все. Хватит, иди. Понятно, что это за точка. Я стоял и думал, что за точка такая. Да, вот там он один. Да, не есть. Вот та штука одна, она висит. И такое чувство, как будто прям в правом ухе сидит. Очень странно. Да-да-да-да-да. Вот прям в самом конце. Я здесь только закончил. Что за жесть? Раз я больше прошу. По-моему, тут еще один. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Ну, что-то по звуку можно быть? Не знаю. Так, там начальник его тогда сделал. Да. Так, по лицу, по лицу. Кто-то не нравится, смотри, как он головой пьет. А кому понравится?
Время! Да ладно. Не страшно. Где здесь сохранение? Ну что? Поза, да? Давай проваливай. Давай проваливай. До первой смерти! Слышишь ты? Так, все, победил, спасибо, да я. Перед шлюз. Упс. Да, шлюз открыт. Какой шлюз? Ну, не знаю. Ну, разбирайся. Ой. Лифт или что? Или очистка какая-то? Я вот не поняла. Усиление. Нет? Да, усиление. Может, ты... Не знаю. Я просто думаю, что на харде боеприпасов меньше, поэтому надо урон увеличивать от боеприпасов. А количество фиг с ним. Для что? Mission completed. А дальше что? Это что такое? Щит. Однако. Ой. Ой. Да ладно. Петя на меня эти гранаты. Так, дай что, от меня требуется, я вот этого не поняла. Какое у тебя задание? Там же метка должна быть. Там была... Завершено задание. Вообще непонятно. Это дальше требует. На карте посмотри, может, метка есть какая-нибудь. Ничего нет. Где-то кнопка есть карты. А... Да, блин. Ты назвала, что это кинуть гранату. Что кинуть гранату? Господи! Ну дай сюда руку. Ты дурак, что ли, совсем? Какую? Страшно. Конечно. Что это? Карта. Да. Берите эту гадость. Неудобная какая-то карта. Убери ее. Там, где побольше пространства, расположи ее. Это я уже нажал. Там же стрелочка была. У меня уже было завершено это задание. Нет активных целей. Так, а теперь-то что? Нет активных целей. Подожди. Там, где ты поднялась, там... Разве не туда надо? Там уже все. А что там? Я не увидел ничего, кроме сундука. Зайди туда. Погоди, что-то я вообще не понимаю. Фигня какая-то. Мне кажется, написано, что нету активных целей. Вот еще. Ну, наверное, надо ее... Просто идешь дальше, и она появляется. Поймите,
Вот здесь впереди разве не надо вперед идти? Неприятно. Зато музыка крутая вообще. Качает.